дорогие подписчики, гости моего канала и просто мои друзья. Сегодня я хочу испечь всеми любимый, я думаю, что многие любят и многие пекли, пирог сметанник. Но я хочу сделать его со вкусом какао, чтобы он был более интереснее, более вкуснее и более ароматнее, чтобы был такой вкус, отдаленный вкус шоколада. Значит, что для приготовления этого пирога нам необходимо 3 яйца, если у вас мелкие яйца, можно 4 взять, стакан сахара, для сладкоежек можно взять чуть больше, сметану берем, вот у меня здесь 180 грамм сметаны. Сметану берете любой жирности, у меня домашняя сметана. Далее, какао-порошок, обычный порошок, ну, где-то столовая ложка, конечно, можно больше. Ну, у меня, друзья, к сожалению, ложка только осталась. Так, пол чайной ложки соды. Соду не надо гасить уксусом. И муки примерно 2 стакана, чтобы было как на такие не сильно густые оладьи тесто. Итак, мои дорогие, приступаем. Итак, друзья, разбиваем яйца. Желательно, чтобы была глубокая миска, потому что будем взбивать миксером. Вот так взбили все. Взбиваем. Так, сразу высыпаем сахар, стакан. Ну, я думаю, нам достаточно стакана сахара. Или нет, не знаю. Мама, достаточно? Можно чуть-чуть больше добавить, чтобы послаще было. Не хочешь? Ну, ладно. Если что, у нас есть сгущенка. Так, и сейчас, значит, вот так сначала я размешаю миксером. Немножечко соединю массу яиц сахара. И потом начну взбивать. Ну, все как обычно, все просто. Все вы знаете, но тем не менее... Бывают такие хозяюшки, которые и не знают. Так, и взбиваем сначала. Ой, а, у меня отключился миксер. Бывает. Сейчас включу. Так, ребята. И взбиваем. Сначала взбиваем на низких оборотах 2 минуты. И потом 3 минуты на самых высоких оборотах. Так, я вас отключу пока, чтобы не шуметь. Так, друзья, вот такая масса получилась. Я взбила ее. Теперь добавляем сюда сметану. Сметану можете брать любой жирности. На вкус пирога это не повлияет. Добавляем сметану. Выгребаем всю. Мы хозяйки экономные. Ничего не оставляем. Все выгребаем. Так. Так. Выгребаем. Так, сюда же добавляем нашу соду на сметану. Так, здесь уже мы миксером не работаем. Здесь мы хорошо перемешиваем ложкой. Соединяем, чтобы была однородная масса. Повторяю, мы взбили 3 яйца со стаканом сахара до средней пены в течение 4 минут я взбивала и добавила 180 грамм сметаны и пол чайной ложки соды. Теперь все это взбила, ну, не взбила, а перемешала до однородной массы. Так, теперь это отставляем в сторону, и сейчас нам нужна мука и какао. Я беру 2 стакана муки, соединяю с какао и потом добавляю в муку. Друзья, я смешала муку с какао, но так как у меня какао мало, всего лишь ложка столовая, значит, желательно, конечно, больше, вы ложите ложки 2-3, ребята, так будет лучше. Но у меня есть вот такая шоколадная паста, вот, вот эту шоколадную пасту я добавлю вот в эту массу. Так тоже можно сделать, это будет очень вкусно. Я беру вот такую ложку полную, прям с горкой, вот этой шоколадной массы и добавляю в нашу сметану с яично-сахарной массой. Добавила. Так. Сейчас я это все хорошенько собью миксером, а уже затем добавлю муку. Сначала взбиваем на низких оборотах, так как шоколадная паста густая. Ну, взбиваем где-то минутку, одну минутку, а потом чуть-чуть добавлю
Так, ага. И взбиваю. Все, ребята, вот такая получилась масса у нас. Очень красивая и очень пахнет хорошо со вкусом шоколада. Эту посуду нам. Так, дальше добавляю муку сюда. Муку смешанную с какао. Еще раз повторяюсь, я готовлю пирог сметанник со вкусом какао. Ну, можно сказать, шоколадным вкусом. Не шоколадный сметанник, а со вкусом. Потому что если шоколадный, то здесь надо очень много какао, чтобы он был темный такой, цветом шоколад. А у нас со вкусом. У нас будет такой светленький кофейный цвет у нашего теста. Вот, у меня даже ушло муки меньше. Где-то 1,5 стакана. То, что у меня осталась вот эта мука, ребята, я ее уберу. Она мне пригодится с какао-мука в какой-нибудь другой выпечке. Я ничего не выкидываю. Я всегда применяю дальше. Какой-то буду печь пирог или торт, и у меня пойдет эта мука с какао. Вот так я перемешиваю. Здесь уже миксер нам не нужен. Это у нас не бисквит. Это у нас простой пирог к чаю, сметанник. Но очень-очень, ребята, вкусный. Готовится, как вы видите, просто, легко. Продукты доступные. Поэтому я вам всем рекомендую приготовить такой пирог. Ну вот, наше тесто готово, мои дорогие. И сейчас я беру форму, смажу ее маслом. Друзья, наше тесто готово. Я его хорошо-хорошо перемешала. Дальше. Берем форму, какая у вас есть. Желательно с высокими бортиками. У меня все формы, они для выпечки с низкими. Поэтому я беру вот такую сковородку. Она мне очень нравится. У нее высокие борта и получаются очень хорошие пироги. Высокие. Ну, если нет, ничего страшного. Пирог от этого невкусным не станет. Я смазала нашу форму хорошо сливочным маслом. Либо можно сливочным маргарином. Либо, если нет, можно растительным маслом. И сейчас сюда я буду выкладывать наше тесто на наш сметанный пирог. Так, выкладываем. А тем временем, друзья, я духовку включила. Духовка уже у меня разогревается на 170 градусов. Так что мы сразу ставим наш пирог в разогретую духовку. Где-то минутки полторы назад я включила. Вот, сейчас выложу наше тесто. Хорошо разровняю концы. И все. Ну вот, ребята, я выложила наше тесто в форму. Разровняла края, серединку. Чтобы равномерно было. И отправляю наш пирог в разогретую на 170 градусов духовку примерно на 45 минут. Но это уже зависит от того, как выпекает ваша духовка. Будете проверять зубочисткой. Ну, я вам все потом покажу, какой пирог у нас получился. Оставайтесь со мной, мои дорогие. Ну вот, ребята, смотрим, что у нас получилось. Вот такой сметанный пирог у нас получился. Вот такой он красивый, пышный. Вот, посмотрите. Вот такая красота. Сейчас он у меня уже немного остыл. Я его достала где-то минут 15 назад. Он постоял. Сразу горячий пирог вытаскивать не надо. Пусть он постоит, остынет немножко. А потом вот так от стеночек аккуратненько отделяем. И выкладываем на блюдо. Сейчас я вам покажу. Мои дорогие, вот такая красота у нас получилась. Вот такой. Видите, пышненький. Ровненький, цвет красивый, практически шоколадный цвет. Вот такой быстрый и очень вкусный пирог к чаю на сметане у нас с вами получился. Сейчас я вам разрежу и покажу. Очень легко, очень мягко, нежно так разрезается. Вот. Вот, пожалуйста, посмотрите, мои дорогие. Какой получился пушистый, вот такой высокий, красивый пирог, сметанник со вкусом шоколада. Вот, мои дорогие, пожалуйста. Вот сегодня я предоставила вашему вниманию свой рецепт.
пирога сметанника со вкусом какао или шоколада. Пожалуйста, берите на заметку, кому понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всего вам самого-самого хорошего. Всегда рада вас видеть на своем канале. Пеките простые, вкусные пироги. Готовьте простые вкусные блюда. Не заморачивайтесь на дорогие продукты. Ведь из простых продуктов можно приготовить тоже очень вкусные блюда, вкусную выпечку. И поэтому я вам рекомендую свой сегодняшний рецепт пирога сметанника со вкусом шоколада. До новых встреч, мои дорогие друзья, на моем канале. Пока-пока!